Родился он в 44-м, а ты был в том году убит. От времени слегка потертый портрет на столике стоит. Ни в гимнастерке, ни в пилотке и ни в армейских сапогах. В матросской курточке короткой ты снят с игрушкой в руках. И так же рот твой сжат упрямо, и та же родинка твоя. И сын всегда мне шепчет: «Мама, на той картинке это я». Ему теперь всего 2 года. Но с каждым уходящим днем с предельной точностью природа твой образ воплощает в нем. И я найти пытаюсь средства печаль и горечь приглушить. Как будто ты вернулся в детство, чтоб никогда не уходить.